Доброе утро, дорогие братья, сестры! Я вновь приветствую вас на духовном завтраке. И хочу сказать, что сегодня особенный день. Сегодня очень важный день. Сегодня мы празднуем 30-летие нашей Кемеровской церкви, Кемеровского христианского центра. И этот день особенен тем, что мы будем сегодня все вместе соберемся на конференции. Сегодня съехались все наши миссионеры, пасторы, служители, которые вышли с этой церкви, с Кемеровского христианского центра и разъехались по разным городам и сегодня несут свое служение. И чем особенен, чем важен этот день и чем важна и ценна эта конференция, тем, что мы все вместе соберемся и будем праздновать. И Писание говорит в 1 Коринфянам, в 14 главе, в 26 стихе, здесь написано: «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, и все это да будет к назиданию». Он говорит, когда вы сходитесь, когда вы все вместе собираетесь, с разных городов съезжаетесь, это даже не просто воскресное собрание, это конференция, это юбилей церкви, и мы все вместе сходимся, и у каждого из нас что-то есть. Каждый что-то привез свое, и мы будем делиться, и это все, что будет там происходить на конференции, это все будет к назиданию, это все будет к созиданию, это все будет к утверждению. Поэтому, драгоценные братья и сестры, я призываю вас сегодня, в это утро, отложить все дела, отложить все свои заботы, планы и посвятить этот день празднику, посвятить этот день тому, чтобы прийти на это собрание, прийти на эту конференцию и получить назидание, получить утверждение, вдохновение, благословение, потому что Писание говорит, что когда вы сходитесь, у каждого что-то есть, и то, что есть, все к назиданию, все это к благословению. Поэтому, драгоценные, я желаю сегодня каждому не пропустить этот благословенный день собрания на конференцию, которую сегодня будем совершать в честь 30-летия нашего Кемеровского христианского центра. Да благословит нас Господь! Увидимся на собрании! Аминь!